немцы в Москве. Если мы сейчас не пойдем на крайние меры, нам этого не простят. Ничего не забудут и ничего не простят. Не стану скрывать, немногим из вас суждено вернуться. А если вы попадете в плен к немцам, погибнете от пыток. Что же это получается? Нам оружие совсем не понадобится? Каждый, кто оттуда возвращается, уже другой. Внутри другой. Не боюсь. Все выдержу. Вот мы с ним ganz anderen Stoff gemacht. Wir brauchen solche wie dich. Сотрудничай со мной. И будешь жить. Ее имя? Зоя Космодемьянск. Ты не партизан, а диверсантка.